О, ух ты, нам повезло. Тут даже для колясок. Нам повезло. Вы идиоты, он грязный. Ой, это карачар. Карачар? Карачар? КМЗ, да. Так это, а скажи, что это редкий лифт. Приказ такой, да? Это, скажи, это лифт вообще редкий. Грузовой, да. Если что, на маленьком еще поедем. Боже, ого, приказ толстый. Приказ толстенный просто. Уже скоро будем приезжать. Вставай. Макс, лифт грязный. И нихуй. Не материться в моих видео. Ну, это он уже второй раз материться. Ой, на маленьком поедем. Так, а до ногу подставить? Не надо, Макс. Он больно, да? Да, пошлите, я вид засниму. А красиво. Ух ты. Офигеть! Тут всю стройку видно, тут новый дом начали делать. Офигеть. Я на другую сторону. Люди, на другую сторону. Я. Держите дверь. Держите дверь, а то она... А. О! Дверь держите, пацаны. Держите дверь. А, вау! Офигеть! Тихо. Офигеть. О, у нас район видно. А? Район залипаек видно, блин. Только у меня зум хреновый. Хреновый. Офигеть. Да, всё. Видно. Угу. Дверь. Я вызываю. Офигеть, грузовой. Не материтесь. О, светится? Малый. Ну ничего, и мелкий тоже. Второй раз матерился. На мелком не уже. Грузовой, он тоже старенький, видно. Это карачар. Грузовой. А прикиньте, карачар тоже это. И тут тоже. Может, не надо? Не понимаю. Нет. Могилев. Вот. Нажимай. Так тихо дверь закрыть. Тут только посидеть можно. Ага. На писятках. Красивый тоже. Я вообще посижу. В идеальном состоянии. Ну почти в идеальном. Ага. И покажем тому дедушке. Это с нами едет.